Еще покажу вам урочище Ближний Ивановский. Но оно в основном находится у оврага. Сейчас на въезде в поселок Северный растут молодые деревца. Здесь оно начинается. Саженцы. И получается тянется к тому оврагу. Вот дорога, если от кольца Ротонды, это к Новосадовому идет. Заправка Версо называется. И здесь поворот вот по знаку на Старый Оскол и Воронеж. Так, тут дорога не особо. По распаханному перемещаемся. Вот урочище как раз стягивается к низу оврага. Это все Белгородский район, уже считается за городской чертой. Еще здесь молодые саженцы. То есть прохода тоже фактически тут нет дороги. И вот кольцо к поселку Северному с Белгорода. А от Ротонды в левую сторону это въезд в Белгород, и там уже начнется аэропорт и конечная остановка маршруток. Вот знак даже. Самая большая улица в Белгороде. Самая протяженная. Проспект Богдана Хмельницкого.